Доброе утро. Значит, первым делом у нас сегодня у нас какое число? 15, да? Значит, вместо лекции 29, -го, 29 -го лекции не будет. Будет. Лекция восемнадцатого. Следующий понедельник. Вторая пара десять сорок пять. Да. Аудитория, сейчас скажу какая. Аудитория. У ПК 1 мне говорят, что это цифра. 4,18. Вот. Значит, все-таки писали. Ну вот я на всякий случай всем сделал объявление. Итак, давайте мы вспомним, на чем мы остановились. Мы остановились на доказательстве теоремы Силова. Что-то мы уже доказали, что-то нам еще осталось. Давайте на всякий случай я напомню, какие у нас основные обозначения. Значит, у нас есть группа порядка N. Из N мы выделили максимальную степень простого p, то есть p не делит s. Да? Значит, я напоминаю, что в такой ситуации силовская p подгруппа ⁇ это подгруппа порядка именно вот этой максимальной степени P и вот значит теорема которую мы доказываем теорема Силова она говорит во-первых что силовская P подгруппа существует хотя бы одна бывает что их несколько во-вторых, что всякая P подгруппа вкладывается, ну, просто вложена, содержится в какой-то силовской. А ну и, естественно, в силовской тоже П подгруппе, потому что в силовской q подгруппе ей лежать не суждено э, силу порядка, правильно? Значит, и более того, все силовские П подгруппы сопряжены. И вот я напоминаю, что в предположении того, что силовские П подгруппы существуют, мы вот этот вот пункт как раз уже доказали. Да? И, наконец, третье, что количество силовских p-подгрупп, оно чаще всего обозначается через np, сравнимо с единицей по модулю p. Значит, ну и я на всякий случай напоминаю дополнение которое мы с вами тоже уже доказали в предположении, что, си... <coughs> что силовские подгруппы существуют, <coughs> это количество еще и делит вот это вот самое S остаток. Иногда это тоже а, включают в теорему Силова, но вот как-то классически это отдельное утверждение. Итак, вторую теорему мы уже доказали, как бы по модулю первой. Значит, нам осталось доказать первую и третью мы сейчас это сделаем вместе. Мы просто докажем, что их количество сравнимо с единицей, и из этого автоматически будет следовать, естественно, что они существуют, правильно? Итак, значит, доказательства первой и третьей теорем силова одновременно. Мы делаем следующую хитрую вещь. Мы рассматриваем опять же таки действия нашей группы. Действие простое, множество немножко более хитрое. Значит, пусть омега, ну вот я введу а, стандартное, стандартное обозначение, тем более, что вроде как вы с ним должны уже быть знакомыми, но я его расшифрую. Да? Вот что я такое написал? Нет, биномиальный коэффициент был бы, если бы сверху стояло число. А сверху стоит множество. Абсолютно верно. Да? Это множество тех p в катой элементных под множеств в G. Вот на такое множество мы сейчас собираемся действовать. Значит, тогда группа G действует на омега левыми сдвигами. Ну, то есть, стандартно, если g элемент g, какое-то пэпката элементное подмножество элемент омега, то мы говорим, что g от m это просто g умножить на m. Те элементы m мы умножаем на g. Естественно, из разных элементов получаются разные, так что тоже получается пэпката элементное множество, тоже получается элемент омега, да? И вот э, мы из этой омеги в принципе хотели бы э, отобрать силовские подгруппы, правильно? То есть вот силовские подгруппы это какие-то специальные множества мощности ПВКАТЫ. сейчас мы отберем практически их. Сейчас мы увидим, на самом деле, ну, не они, но левые или правые смежные. нам возможность разобраться с их количеством. Итак, с этой целью давайте смотреть какой-то элемент нашей омеги. Давайте мы рассмотрим его стабилизатор при этом действии. Что это означает? Это означает, что если мы любой элемент h умножим на m, то получим в точности это же самое m. Правильно? То есть для любого h из h, hm есть m. Ну а это означает, что если мы всю подгруппу h умножим, то также получим m. В свою очередь, что это означает? Глядите, если я, давайте посмотрим на вот это же произведение с другой стороны. Если я произвольный элемент m умножу на h справа, ну слева точнее, да, m справа, h слева, то получится тоже подмножество m, правда? То есть для любого m из m, давайте мы даже вот так напишем, hm содержится в m. Ну, Hm это правый смежный класс, и значит мы понимаем, что M большое есть не что иное, как объединение правых смежных классов по подгруппе H, правда? У нас есть правые в нашей группе же есть правые смежные классы по подгруппе H, они на них разбиваются, и вот некоторые части этого разбиения полностью содержатся в То есть m есть объединение, естественно, попарно не пересекающихся, раз группа разбивается на правые смежные классы, правых смежных классов по подгруппе H. Давайте понимать, что это значит. Во-первых, раз m есть объединение не пересекающихся, правых смежных классов по подгруппе H, каждый из них состоит ровно из стольких элементов, каков порядок H, правильно? А сам по себе M, само по себе вот, это вот эта вот мощность подгруппы, мы с вами получаем, во-первых, что порядок H может быть ну, он должен быть делителем мощности m, то есть это должна быть какая-то степень p при l не превосходящем k. Это первое свойство, которое мы получим. И второе свойство, давайте мы поймем, что будет, если h это действительно искомый сила. В частности, Если h это подгруппа, то есть если порядок h это p вкатый, то что такое есть m? Это просто один правый смежный класс по h, правильно? m имеет порядок p вкатый, мощность p вкатый, h имеет мощность p вкатый. объединяется смежных классов по h. То есть m есть просто правый смежный класс по h. Ну, кстати, давайте я заодно скажу, напомню, что тогда m можно написать еще и в таком виде. Это m маленькая умножить на m минус 1 на h на n. Правильно? И значит, оно является еще и левым смежным классом по а, подгруппе m в минус 1 h на m, которая тоже является силовской подгруппой, она того же самого порядка, правда? Вот. На самом деле, естественно, это свойство. Характеристическая. Наоборот, если M ⁇ это правый нижний класс по силовской подгруппе H, ну то есть M ⁇ это H на M, то H умножить на M. Это будет h на h маленькая. Это будет просто h маленькая. И это означает, что во всяком случае th большого m стабилизирует, правильно? То есть h содержится в стабилизаторе m. Но а значит h с стабилизатором m. Потому что h имеет порядок p вкатой, а стабилизатор m поряд... имеет порядок делитель p вкатой, правильно? Значит, h тогда и будет ровно всем этим стабилизаторам. Значит, итак, мы с вами получили следующую а, равносильность. Значит, m – это правый или левый то вот как мы видим одно и то же, да, смежный класс по силовской подгруппе. Тогда и только тогда, когда стабилизатор M имеет порядок ПК. Ну, заметим сразу, что в этом случае... орбита нашего множества m есть индекс, ну, порядок этой орбиты, мощности этой орбиты, есть индекс нашего стабилизатора, то есть, чему он будет равен? S, конечно, правильно. И все эти S элементов являются межными классами по силовской подгруппе. По силовским подгруппам. Ну просто потому, что значит, вот у нас есть еще такая равносильность. Стабилизатор имеет мощность p тогда и только тогда, когда орбиты имеют Мощность S, правильно? Ну, орбита имеет, ну, ну, и тогда и только тогда, когда элементы это смежные классы, левые или правые. Ну, теперь нам осталось написать формулу орбит. Значит, что она нам говорит? Давайте вспомним. Мощность омега. Давайте сразу скажем, что это такое. Можно я буду биномиальный коэффициент вот в таком вот виде писать, да? Чтобы не писать двойные индексы. Можно сказать, что это c из n по p вкатой. Или можно вот так вот написать. Это есть сумма мощностей орбит. Она же сумма а, индексов стабилизаторов, представителей этих орбит, правильно? Где омега и t – это все орбиты, а м и t – представители их. А, ну, давайте дальше смотреть, что у нас получилось. А… Что мы знаем про эти стабилизаторы? Давайте я еще раз это подчеркну. Значит, если МИТ это смежный класс по а, силовской подгруппе, то вот этот вот индекс, ну, мощность орбиты равен, равен, равна S, а иначе что произойдет? Иначе этот стабилизатор будет иметь порядок P в L при каком-то меньшем L, правильно? И значит, вот этот вот индекс будет S умножить на какую-то уже не нулевую степень P. Порядок группы, порядок стабилизатора все равно P в L, да? Значит, поэтому иначе порядок вот такого стабилизатора кратен ПС. Вот теперь мы можем сказать вот что. Что вот эта возможность омега, n по p в катой, Давайте вот я сразу в конце напишу по модулю ps. Мы сейчас будем писать сравнение по модулю ps. С чем оно сравнимо? Те вот такие вот орбиты, Состоящие хотя бы из PS элементов. Вот при этом сравнении а, обращаются в ноль, правильно? Поэтому здесь, при таком сравнении, нас интересуют только орбиты, в которых а, а, участвуют, левые смеж... ну скажем, левые смежные классы по силовским подгруппам, правильно? Значит, вот для того, чтобы нам понять, с чем это дело сравнимо по модулю PS. Нам нужно понять, сколько у нас левых или правых смежных классов по силовским подгруппам. Ровно они здесь и считаются. Правильно? Ну, а их известно, сколько у нас есть NP силовских под, P подгрупп. И у каждой из них ровно S смежных классов. Левых, скажем. Значит, мы понимаем, что это дела сравнимо с S. НП по модулю ПС. Обратите, пожалуйста, внимание, что мы с вами сделали. Мы с вами сказали, что остаток отделения СНП ну, по модулю ПС не зависит от группы. Потому что мы видим, что он сравним с чем-то, зависящим только от порядка группы, но не от конкретной группы из n-элементов, правильно? Зависит лишь от n, а не от самой группы. И значит, чтобы вычислить этот достаток, мы можем взять произвольную группу порядка n и вычислить вот это вот самое np для него. Но в группе, если мы возьмем в качестве нашей группы просто-напросто zn, она циклическая, мы с вами знаем, что в ней по одной подгруппе, ровно по одной группе любого порядка, который делит n, правильно? И значит в ней силовская подгруппа, силовская p подгруппа одна. Следовательно, для нее np равно единице, и следовательно, всегда для любой подгруппы уже из n элементов мы получаем Тут, вот этот вот биномиальный коэффициент сравним с s ну и сравним вот мы уже видели с np по модулю p s ну а значит а, коль скоро это так то мы с вами получаем что np сравнимо с единицей по модулю p. Вот мы нашу теорему уже и доказали. Так, еще раз, вот ключевое соображение заключалось, конечно же, вот здесь, вот когда мы говорили, что элементы орбиты которых имеют Порядок некратный PS это в точности смежные классы по силовским подгруппам. Мы выяснили, что они у нас есть. Но даже вот таким хитрым маневром можно, наверное, кому-то даже на ОКТЧ рассказывали, как вычислять, на какую степень P делится вот этот вот товарищ и с чем он сравним. Но вот мы видим, что есть обходной маневр. Мы умеем это сравнение выписывать, даже не считая его явно, а вычисляя для какой-то конкретной группы. Итак, теорема Силова у нас полностью доказана. Я даже в прошлый раз показывал применение этой теоремы. Значит, вот я напоминаю, что в прошлый раз мы доказали, что группы, ну вот по модулю теоремы Силова, а значит теперь уже совсем доказали, раз теоремы Силова доказали, да, что группы порядка ПК разрешимые даже метабелевые. А несколько, давайте я сразу здесь сделаю это замечание, Несколько более хитрыми применениями теорем Силова можно, например, показать следующее. Что те... Группы порядка меньше чем 60 разрешимы. Ну и из этого следует простое наблюдение, граждане. Значит, опять, вот мы с вами говорили в свое время, что опять это простая группа, правильно? И вот опять, это самая маленькая неабелево простая группа. Все группы меньшего порядка будут разрешимы, в частности, в них будут нетривиальные, нормальные подгруппы. Вот этого мы сейчас делать не будем. Может быть, на семинарах некоторые товарищи к этому продвинутся. Ну вот я для справки сообщаю, что это так. А в заключение давайте мы а, еще один полезный факт докажем. Значит, а, когда, ну. Силу, наверное, важности второго пункта, я ее называю теоремой, хотя первый пункт, наверное, здесь будет совсем простой. Значит, первый пункт такой. Силовская p-подгруппа, давайте я ее обозначу через p с индексом p, нормально, тогда и только тогда, когда np равно единице, почти тривиальный пункт, мы его даже упоминали в прошлый раз. И второй пункт. Все силовские подгруппы для любого P, делящего N, группы G нормальны. Тогда и только тогда, когда же является их прямым произведением. И, ну давайте, вот я силовские подгруппы перечислю, P1 и так далее, PKT. Да? Все силовские P подгруппы нормальны тогда и только тогда, когда же является просто-напросто прямым произведением этих самых силовских подгрупп. Значит, давайте доказывать. Нет, еще раз, первый пункт очень простой. Если NP равно единице, то, естественно, силовская подгруппа ПП нормально, ибо если я возьму произвольный элемент группы G и запрягу им силовскую P подгруппу, то что же я получу? Я получу силовскую P под группу, правильно? А поскольку она всего одна, то я получу, значит, это вот будет силовская P подгруппа, то есть PP. Силу единственности. Наоборот, если она у нас нормальна, то у нас есть вторая теорема Силова, которая говорит, что все силовские П-подгруппы сопряжены друг с другом. Правильно? Все силовские П-подгруппы сопряжены. Ну, а нормальность нам говорит, что когда мы ее будем сопрягать, то мы получим именно ее же, правильно? Ну, а значит, мы получаем, что все они совпадают с ней из нормальности. Ну, и таким образом, первый пункт у нас уже доказан. Значит, второй пункт, ну, опять же-таки, в одну сторону почти просто. Значит, если все ПИТ, нет, наоборот давайте скажем, если же это прямое произведение силовских подгрупп, то, разумеется, значит, вот из свойств прямого произведения следует что они нормальны в G. Просто все прямые сомножители всегда нормальны в группе. Значит, пусть теперь все по и T нормальны в G. Это ну, это означает, по первому пункту, что все n, п и t, все количество силовских э, подгрупп для любого простого числа равны единице. Ну, в частности, все вот эти вот подгруппы, они разных порядков. Они соответствуют разным простым числам. Правильно у нас получается? Э, значит, ну а теперь давайте просто докажем по индукции, что произведение первых силовских подгрупп, если мы просто возьмем вот это вот произведение, оно есть их прямое произведение. Я пишу не изоморфизм, а равенство, потому что я напоминаю, что у нас есть понятие внутреннего прямого произведения под групп, правильно? Вот это именно оно и есть. При, ну давайте скажем, что при t равном единице показывать нечего. Да, давайте я сюда на всякий случай, чтобы нам это не повторять много раз, Добав, добавлю, что это подгруппа еще и самая. При Т по-прежнему доказывать нечего, потому что мы знаем, что p первое нормально уже, правильно? Значит, пусть теперь, ну вот давайте я обозначу эту, это произведение P1 и так далее, PTT через QT для простоты. Пусть мы уже знаем это утверждение для некоторого t. Тогда qt плюс первое, ну то есть произведение их еще и на p плюс первую, конечно же будет нормально. Мы знаем, что произведение двух является нормальной подгруппой. Значит, тогда вот это вот тоже будет нормальная подгруппа. Значит, при этом а, мы с вами можем сказать, что в порядке этих двух сомножителей порядок кут этого и порядок ПТ плюс первого взаимно просты, потому что qt, по нашему предположению это вот это вот прямое произведение его его порядок делится лишь на простые соответствующие первым т нашим силовским подгруппам, а здесь у нас т плюс подгруппа для нее другое простое число, правильно, она соответствует другому простому числу, а, поэтому этот нот равен единице они взаимно простые. Ну а отсюда непосредственно следует, что их пересечение тривиально. Их пересечение должно быть под группой как в QT, так и в Pt плюс первом. Значит, его порядок должен делить в порядке обоих пересекаемых объектов. Ну а значит, это может быть только Е. Ну и, кроме того, разумеется, QTT и PT плюс первое – это нормальные подгруппы во всей плюс первой, потому что они нормальные подгруппы даже в G. Ну, значит, глядите, что мы выяснили. Мы выяснили, что в QT плюс первом есть две подгруппы, произведение которых равно QT плюс первому – Пересечение, которое который... единично, и они обе нормальны. Это дает нам возможность непосредственно воспользоваться критерием э, прямого произведения. Это как раз и означает, что Qt плюс первое есть внутреннее прямое произведение вот этого и Pt плюс первое. Ну, а значит, это прямое произведение. Давайте я куда-нибудь. Сюда вот я перейду, да, чтобы далеко не ходить. Значит, это и есть прямое произведение всех вот этих вот t плюс 1 подгруппы. Так, ну, в результате, да, давайте я на всякий случай завершу наше доказательство. Что мы в результате получили? Мы после того, как это утверждение по индукции доказали, мы получили, что произведение наших силовских, всех наших силовских подгрупп, есть их прямое произведение, но порядок этого прямого произведения. равен порядку g, разумеется, правильно? Потому что для любой степени простого делящего g, максимальной степени простого делящего g, у нас среди них есть подгруппа именно такого порядка, правда? Ну и значит, это произведение совпадает со всей группой g. И вот теперь наша теорема полностью доказана. Давайте я уж сразу сделаю замечание. А потом мы пойдем на перерыв. На самом деле, вот это вот свойство равносильно еще одному свойству. Это несколько удивительно, и мы этого сейчас доказывать не будем. Если, не будем, если останется время, то, может быть, на последней лекции докажем. Да? Значит, а пока что я просто сделаю это замечание. Вот. Второе, у, у нас во втором утверждении есть два... Равносильных утверждений, правильно? Что все силовские подгруппы нормальны, и что эта группа является прямым произведением своих силовских, правильно? Вот, значит, в два оба условия на самом деле равносильны тому, что группа G патентно Можно доказать, что это условие означает в точности, что группа G является нельпатентной группой. Мы вот в свое время говорили о том, что это такое. И там есть еще несколько забавных условий. Но вот я говорю, что если у нас останется время на последние лекции, то, может быть, в качестве дополнительного материала, который не войдет в экзаменационную программу, мы это докажем. А пока что давайте сделаем перерыв. Итак, мы с вами а, закончили разговор про силовские подгруппы. Ну, в каком смысле закончили, скорее прекратили, потому что про них еще много чего можно сказать в плане того, как они применяются. Но это, видимо, у нас остается на семинары. А мы переходим к следующей теме. А... Она стоит на самом деле несколько особняком теории групп, но разобраться с ней тоже весьма полезно. Просто здесь вот разговор об классификации совершенно другого объекта, в котором куча всего другого, которое мы сейчас с вами ну, до этого говорили, оказывается тривиальным. А именно давайте мы поговорим об абелевых группах, а точнее мы поговорим о конечно порожденных абелевых групп. Итак, значит, сейчас у нас разговор будет достаточно долгий. Наша конечная цель ⁇ это классификация всех конечно порожденных абелевых групп. Мы их полностью классифицируем, то есть ну скажем, что вот они все имеют с точностью до изоморфизма вот такой вот вид, но ну, причем все эти виды соответствуют различным группам. Этот, этот объект достаточно небольшой для того, чтобы -то его было полностью классифицировано. Итак, давайте мы сначала ведем, значит, вот наша цель, еще раз давайте, это полная классификация Давайте мы сначала сделаем несколько соглашений. Значит, когда мы работаем с табелевыми группами, мы будем полагать, мы будем считать, что операция в нашей группе это сложение. Мы с вами привыкли к тому, что сложение всегда вроде как коммутативно, хотя иногда и от этого приходится отказываться, да. Ну вот сейчас считаем, что операция в нашей группе это сложение и, в частности, вместо какого-нибудь выражения житая Каитом вместо такого выражения мы всегда будем писать, как, в какое выражение оно преобразуется, если мы считаем, что операция у нас сложение. Да, значит, мы берем К1 элементов G1, вкладываем их, это мы будем обозначать через К1, G1, плюс К2, G2, плюс и так далее, плюс КИТ, ЖИТ. Да? То есть вместо вот такого выражения у нас преобразуется просто-напросто в линейную комбинацию этих элементов же и в нашей группе, правильно? Где КИТ это какие числа? Целые. Ну, не обязательно один, может быть и минус один, правильно? Минус первую степень мы же тоже умеем возводить, то есть минус g, это у нас тоже понятно, что это элемент. Поэтому каита это целое число. Значит, в нашей абелевой группе мы умеем брать целочисленные линейные комбинации. Ну и обратите, пожалуйста, внимание, что значит, все, все, все элементы группы, которые мы можем выразить через g1 и так далее, g и t, имеют ровно такой вид. Группа наша абелева, поэтому мы можем коэффициенты, при, ну, все жеиты сгруппировать в одном и том же месте. Правильно? Значит, при этом, давайте мы так и скажем, что подгруппа, порожденная любыми элементами, это как раз в точности множество всех этих самых линейных комбинаций. суммы по Ж, КЖТЖТ, где К целые числа. Все такие линейные комбинации образуют просто-напросто подгруппу, порожденную нашими жиитами. в силу того, что наша группа, еще раз повторю, Абелева. А, ну и вот особенно здесь в силу некоторых причин, которые я, наверное, пока что не буду подробно обсуждать, а, не в силу того, что операция плюс хотя вот кажется, что очень похоже, да, в силу нескольких других причин, работая с абелевыми группами, мы обычно вместо прямого произведения пишем прямую сумму. То есть, когда мы пишем прямую сумму нескольких групп, это то же самое, что их прямое произведение. Я уже говорил, что на самом деле и в общей теории групп для конечного количества сомножителей это есть одно и то же, а у нас сейчас только конечное количество сомножителей и появится. Вот. Ну и давайте я первым делом сразу приведу пачку примеров, кто такие порожденные Абелевы группы. Ну, кстати, вот я слово не расшифровал. Что означает конечно порожденное? Можно и так сказать. Можно сказать, что существует эпиморфизм из какой-то свободной группы цен, порождающими в нее. Ну или просто, что группа порождена конечным количеством элементов. Правильно, давайте мы это в явном виде пропишем. Конечно порожденная. Это означает, что, ну вот давайте я совсем формально. Существует натуральная N. И существует g1 и так далее, gn из нашей группы, которая ее уже порождает. Вот. Значит, так, терминологию мы с вами, значения какие-то мы ввели. Давайте первым делом приведем примеры. Какие мы знаем с вами конечно порожденные альтернативные группы? Ну, мы можем начать с циклических, правильно? Мы знаем группы Z и ZN, они все циклические, а значит даже один порождены, правильно? А еще мы можем взять любую прямую сумму конечного количества из них, правильно? Значит, мы можем взять Z, N, ну давайте я вот так вот скажу. C1 плюс и так далее, плюс CKT где циита ⁇ это циклические группы. Любая конечная, конечно, порождена, но бывают и бесконечные конечно порожденные группы, правильно? И в частности их я сюда тоже написал, потому что когда я взял циклические группы, каждая циита может быть изоморфна z. Или может быть изоморфно Zn при каком-то n, правильно? Значит, все, такие, все группы такого вида, естественно, являются, во-первых, абелевыми, раз мы прямую, прямую сумму абелевых групп взяли, а во-вторых, конечно, порожденными. Как породить такую группу конечным количеством элементов? Взять в каждом из них порождающие, правильно? Каждый из циклических групп есть по одному элементу, который уже ее порождает, если мы их всех возьмем, то они уже породят всю нашу прямую сумму. Правильно? Вот. А... Ну, на самом деле мы с вами увидим, что этими примерами исчерпываются те, конечно, порожденные Абелевы группы. То есть любая... Значит, мы увидим, давайте мы это запишем, что любая... Конечно, порожденная абелева группа. Давайте, вот я уже так это буду писать, да. Значит, изоморфна группе такого вида. Это, к сожалению, уже очень много, но еще не конец классификации, потому что некоторые группы такого вида. Если мы возьмем разные даже порядки циклов, могут оказаться изоморфными. Однако некоторые такие группы изоморфны. Например, если мы возьмем взаимно простые числа k и l, то прямая сумма zk и zl оказывается порожденным элементом. Если мы возьмем в каждой из них единичку, то она им порождена просто потому, что можно проверить, нетрудно проверить, что порядок этого элемента равен kl. И значит он уже задает все э элементы этой группы, то есть она изоморфна ZKL. Вот. Ну, мы с вами ответим и на этот вопрос, мы научимся разбираться, какие конечно порожденные абелевые группы даже вот такого вида изоморфны, а какие нет. Но в частности, я хочу сразу сказать замечание, что даже в конечном случае нельзя сказать, что эти группы циклические. У нас может оказаться действительно несколько а, прямых слагаемых. Ну, давайте я приведу один такой пример. В вот, эта прямая сумма все-таки циклическая, да? Не все такие группы циклические. Например, если мы возьмем группу Zn плюс Zn, то все элементы ее, имеют порядки, делящие n. Все порядки элементов делят n. То есть если я просто возьму любой элемент в этой группе и умножу его на n, то получу уже нейтральный элемент. Ну, значит, одним элементом ее не породить. Ну и аналогичное рассуждение можно, э, можно расширить, сказать, что если я возьму здесь прямую сумму k, таких групп, то нам должно потребоваться уже хотя бы k порождающих, раз каждый порождающий порядка не выше n. Правильно? Так что вот такие прямые суммы, даже достаточно большие, нам могут потребоваться. Вот. Ну, вот это вот какие-то наводящие соображения, которые немножко подсказывают, как наша классификация должна выглядеть. А прежде чем мы с вами приступим собственно к классификации давайте мы с вами изучим э, основы классификации очень сильно поможет а именно давайте мы начнем свободных обелевых групп мы их сейчас определим сначала на несколько в своем языке на том языке, с которым нам будет более удобно общаться. Но потом мы увидим, что в некотором смысле они удовлетворяют и тому соотношению, то есть тому свойству, которое мы хотели бы ожидать от свободных Абелевых групп, согласно их названию. Итак, определение. Пусть у нас есть Абелева группа, G, и пусть есть какие-то элементы же один и так далее ЖК вот сейчас у нас разговор пойдет очень близкий к уже тому что у нас происходило на линейной алгебре и даже понятия будут очень близкими но все же несколько другими мы я различия буду подчеркивать так вот система G1 и так далее, ЖК из нашей группы, называется независимой, если а, выполняется то, что мы хотели от независимости. А как бы мы определили независимость? Как хочется определить независимость этих элементов? Лишь тривиальная линейная комбинация дает 0. Правильно? Только о каких линейных комбинациях идет речь? Вот, ровно вот этих, вот правильно, мы в группе имеем право брать линейную комбинацию элементов только с целыми коэффициентами, правильно, и с какими другими. А? Линейная комбинация. На z только z не поле. Оно кольцо, естественно. И даже хорошее кольцо, что нам очень сильно поможет. Если для любых k1 и так далее, давайте не k, давайте альфа 1, альфа k и z из того, что сумма по e от 1 до k альфа и то, же и это равно нулю. Кто такой ноль? нейтральный элемент, естественно. Раз уж мы сказали, что операция это сложение, то нейтральный элемент у нас сейчас будет, естественно, нулем, правильно? Из того, что линейная комбинация с этими целыми коэффициентами равна нулю, следует, что все эти коэффициенты равны нулю. Вот. Линейно независимую мы, слово линейно мы не пишем, потому что вот оно обычно зарезервировано для поля, а мы с вами работаем, по сути, над кольцом Z, правильно? Ну и далее мы можем сказать, что независимое, внимание, система G1 и так далее, ЖК, называется базисом, группы G, если группа G ими еще и порождена. То есть мы, привыкли, мы пришли к стандартному нашему определению, правильно? Базис – это независимая система, которая порождает ну, на данный момент всю нашу группу. Давайте мы примеры какие-нибудь рассмотрим первым делом. Базис в группе Z. Один. Не в смысле, что он один, а в смысле, что единица является базисом. Ну, возможно вот скобка взять, правильно. Единица является, естественно, базисом в группе Z. Она независима, если мы ее умножим на целое число и получим 0, значит, что целое число было равно нулю. И она является базисом, потому что она порождает всю группу. А в группе Zn нет. В группе Zn, граждане, базиса нет. Потому что там нет нетривиальных Независимых систем. Нет нетривиальных независимых систем. Если мы возьмем какой-то элемент из Zn, то мы точно знаем, что Ng равно нулю правильно? Мы умножили на не нулевое целое число, а получили 0. Поэтому в Zn нет независимых систем, кроме пустой, естественно. А значит, в частности, нету и базиса тоже. В частности, там нет базиса. И вот поэтому э, осмысленно следующее определение. Я ведь его уже могу дать, да? значит, мы говорим Абелева, ну давайте так скажем, Абелева группа G называется свободной группой, свободной, извините, Абелевой, естественно, группой ранга К, если в ней есть базис из К элементов. На самом деле, вот условие существования базиса настолько сильное, что ему удовлетворяют только очень специфические группы. Они называются свободными абелевыми группами. Вот. Ну давайте мы первым делом опишем все свободные обиделые группы. Причем сделаем это даже на нескольких языках. А... Во-первых, я утверждаю, что группа Z в степени K, обратите внимание, это не Z, ката. Прямое произведение К-элементов группы Z, К-экземпляров группы Z, правильно? А, группа Z в является свободной группой ранга k. Ну и более того, а, любая свободная, так, свободная Абелева группа. Да? Вот я, если я забываю это сказать, то здесь практически всегда будет свободная Абелева группа, конечно. Ну и более того, любая свободная Абелева группа ранга К изоморфно на То есть свободные Абелевы группы конечного ранга К, да, это в точности Группы изоморфные Z. Доказательства. Ну, базис Z в катой. Один базис Z в катой мы с вами предъявим легко. Е1 и так далее, Е e ката, где Е e и это как обычно, ну, вот это стандартный базис, да, набор нулей и одна единица, стоящая на этом месте. Почему это базис? Ну, по тем же стандартным соображениям, которые мы в свое время говорили для базиса в линейном пространстве. Давайте мы просто посмотрим, что такое будет линейная комбинация этих товарищей с целыми коэффициентами. Поскольку наши товарищи выглядят экстремально просто, на этом месте единица, а на остальном нули, то линейная комбинация их с коэффициентами альфа-итами, это будет просто набор, то есть строчка альфа-1 и так далее, альфа кат ну и отсюда следует уже все. Во-первых, мы любой элемент группы Z в катой умеем получать как их линейную комбинацию. Вот эта линейная комбинация написана, правильно? А во-вторых, мы непосредственно видим, что как только хотя бы одна из альф не нулевая, то и этот элемент не ноль, правильно? Значит, отсюда сразу следует, что это база. Значит, для наоборота нам потребуется одно дополнительное утверждение, которое я забыл сказать. Давайте я сразу сделаю общее замечание даже, а не утверждение. Да? Ну вот, я его сделаю в квадратных скобках, потому что оно нам, естественно, поможет не только в рамках доказательства этого утверждения, но и в других местах. Если у нас Е1 и так далее, ЕКТ это базис в абелевой группе Ж, то для любого да, элемента группы Ж существует единственный набор альфа-1 и так далее, альфа катая Такое, что же есть линейная комбинация наших еитых с этими самыми коэффициентами? Он существует по определению базиса, правильно, потому что наши элементы порождают всю группу. Существует из определения базиса. Ну, а если у нас есть два таких представления. Вот я повторяю то, что мы уже с вами знаем, правильно? Если у нас есть два таких представления, то мы можем, как и ранее, вычесть одно из другого и получить зависимость между яитами, правильно? Получить линейную комбинацию наших яитых. Равную нулю. Ну, такая линейная комбинация. Такая комбинация обязана быть тривиальной. То есть все альфа иты должны совпадать с соответствующими бета итами. Значит, у нас разложение любого элемента по базису, как мы и привыкли, единственное. По определению, если есть базис, то она свободная, правильно? То есть просто если у нас есть базис, то вот это вот рассуждение справедливо, ну и тогда она уже является свободной группой, свободной Абелевой группой определения. Вот. Возвращаемся к доказательству нашего утверждения. Пусть теперь же это Абелева группа с базисом Е1 и так далее, Екатер. Ну тогда давайте мы рассмотрим отображение φ из z в k и в g, которое набор целых чисел альфа 1 и так далее, альфа ката переводит в линейную комбинацию наших еитых с коэффициентами альфа итами. Тогда, во-первых, φ это естественно гомоморфизм, правильно? Фи сумму элементов переводит в сумму. Далее. Фи. Ну и φ оказывается на самом деле изоморфизм. Давайте мы на всякий случай проговорим обе этих части по отдельности. Писюриективен? Почему? Почему именно чтобы? Потому что же порождается нашими элементами, правильно? Каждый элемент вот, то, что же порождается нашими элементами, буквально означает, что каждый элемент имеет вот такой вот вид, правильно? Писюриективен, поскольку же порождается. Этими элементами, правильно? Значит, а для того, чтобы проверить инъективность Фи, как мы знаем, нам достаточно проверить, что его ядро тривиально, правильно? Ядро φ тривиально, оно равно нулю, уже в силу независимости наших элементов, правильно? Если мы возьмем какой-то нетривиальный набор целых чисел, не все из которых нули, то мы уже получим не нулевой элемент. Это нам говорит независимость. Силу независимости. Ну, а значит, фи инъективен. Ну, а это значит, что фи изоморфизм. И таким образом мы доказали, что любая наша свободная группа ранга K в точности изоморфна ZK. Так, ну давайте мы теперь поймем, что наша свободная группа обладает, является, ну, наша свободная Абелева группа является свободной абелевой группой в том определении, которое мы хотели бы дать, а именно, что она обладает универсальным свойством. Значит, пусть G это свободная абелева группа с базисом E1 и так далее и Еката, Тогда для любой абелевой группы H и для любых ее элементов H1 и так далее, HKT, существует гоморфизм P из G в H, который наши ЕИТы вводят в ваши Это вот универсальное свойство. Если бы мы его применили ко всем группам, то мы бы получили определение свободной группы. Но мы говорим, что это работает для абелевых групп H. И вот как раз мы и ожидали бы от слов свободная абелева группа, что она таким универсальным свойством обладает. Ну давайте доказывать. Естественно, мы просто предъявим этот гомоморфизм, правильно? Любой элемент из g раскладывается в линейную комбинацию базисных, причем единственным образом. Правильно. Ну тогда мы можем положить π от g, естественно, равным сумме альфа и t. Ну и гомоморфизм в силу тривиальных причин. Поскольку когда мы будем подставлять сумму таких линейных комбинаций, то у нас получится сумма линейных комбинаций в группе H. Правильно. Это гомоморфизм, ну вот в силу настолько тривиальный, давайте я их... Проговаривать подробнее даже не буду. Ну и давайте я, может быть, давайте я, давайте я все-таки в качестве упражнения теперь мы с, оставлю вот какое утверждение. Мы с вами достаточно близко подошли к... Самим свободным группам, не абелевым, а просто. И вот теперь давайте я предложу всем осознать, что говорит это универсальное свойство, а говорит оно на самом деле вот что. Что вот эта вот свободная абелева группа Z вкатой есть не что иное, в смысле, что она изоморфна. Фактор группе свободной группы Фкатова. По, как вы думаете, чему? М? Ну, только не коммутатору, по коммутанту, конечно же, по ее коммутанту. Напоминаю, что коммутант – это наименьшая нормальная подгруппа, фактор по которой Абелев, правильно? И вот из этих вот свойств уже должно легко следовать то, что мы с вами, то, что вот я, я пишу в упражнении. Так, а мы с вами двигаемся дальше. Теорема, которой следовало бы ожидать. Свободной авиаевой группе все базисы равномощны. Напоминаю, что это счастье, которое стоило, которого стоило, но которое, в принципе, мы не могли бы сказать, что выполняется автоматически, потому что хотя бы напоминаю. А в свободной группе, например, с двумя порождающими, содержится в качестве подгруппы свободная группа с бесконечным количеством порождающих, правильно? То есть вот такое вот определение размерности оно не всегда работает, но поскольку мы работаем с абелевыми группами, то оказывается, что мы достаточно близко к линейным пространствам для того, чтобы это утверждение тоже работало. А? Нет, оно не линейное пространство над полем. Правильно? Оно какое-то, скорее, я бы сказал, уж модуль над кольцом, правильно? И для них, в принципе, для произвольных модулей над произвольными, даже коммутативными, кажется, кольцами, это утверждение не всегда верно. Да? Но вот для нашего, наше кольцо достаточно хорошее для того, чтобы это было верно. Вот доказательство, ну, на самом деле, повторяет доказательство того, что мы с вами уже знаем. Давайте представим себе, что в авелевой группе G есть два базиса. Один из них E1, E, это E1 и так далее, ЕКТ и другой из них это Е 1 штрих и так далее ЕЛТ штрих. Мы хотим доказать, что К равно L. Давайте предположим, что это не так. Пусть К не равно L. Скажем, пусть L больше, чем К. Тогда мы с вами по-прежнему можем записать матрицу перехода от одного базиса к другому, правильно? Каждый элемент, скажем, базиса Е' выражается через базис Е с целыми коэффициентами, правильно? Поэтому мы с вами можем написать, что Е' это E умножить на S. Где S, давайте поймем, кто это, что это за объект. Это матрица размера K на L, правильно? У нее столбцы длины K, потому что мы на нее умножаем строчку длины K. Ну и, соответственно, в ней L этих самых столбцов на Z. Поскольку каждый E' выражается через базис E, с целыми коэффициентами. Правильно? А, ну а дальше, поскольку эта матрица более длинная, чем высок, да, L больше, чем K, то основная лемма о линейной зависимости, ну или даже сведения о системах линейных уравнений, говорят нам что существует не нулевой столбец x. Вот давайте я пока оставлю здесь немножко места. Такое, что у нашей системы Ax равно нулю есть... Ну, то есть, по сути дела, у нашей системы Ax равно нулю есть нетривиальное решение. Где мы можем гарантировать существование этого x? Ну, только в Q выльтой, правильно? Мы это знаем над полем. И мы можем сейчас, Z не поле, работать над полем Q, правильно? Это матрица с целыми коэффициентами, а значит с рациональными. И значит мы знаем, что существует не нулевой столбец в Q вельтой, такой, что А x равно нулю. Но как устроены рациональные числа, то мы знаем. Мы можем этот столбец домножить на наименьшее общее кратное всех знаменателей, которые входят в его элементы, правильно, и получить уже столбец из целых чисел. Умножая x на ног знаменателей его элементов, можно считать, вот теперь уже можно считать, что x имеет целые элементы. X – это столбец из ZV. Так, давайте мы все-таки будем, видимо, считать, что ZV – это столбцы, а не строки, правильно? Я уже начал писать их как строки, но, видимо, нам будет удобнее работать с ними как со столбцами. Ну тогда, так, ну и да, x из z выльтый и по-прежнему x не равен нулю, раз он не был равен нулю, правильно? Но тогда, если мы наш базис e штрих умножим на x, это будет что такое? Так, извините, вот тут написано а, а должно быть написано, естественно, s, правильно? Потому что мы здесь написали матрицу перехода s. e штрих x это не что иное, как e на s на x. а s на x это 0. И значит, это линейная комбинация элементов базиса Е e с нулевыми коэффициентами, то есть 0. То есть мы поняли, что Е' e это не базис. Е' e не является независимой системой. Значит, такого не может быть. И наша теорема доказана свободной абелевой группе по сути дела наша теорема говорит о том что ранг свободной абелевой группы определен корректно правильно ранг это единственное вот это вот число и могут быть базисы только одного и того же размера да значит, значит теорема говорит что ранг свободной абелевой группы определен, ну даже вот лучше сказать некорректно, а определен однозначно. Ну и давайте вот, чтобы наладить такую связь, я оставлю последнее упражнение. При K не равном L свободные группы K и с L образующими не изоморфны. В 2 есть подгруппа изоморфная F бесконечность, правильно? Но они не изоморфны друг к другу. Это именно что собственная подгруппа там будет. Вот. На этом на сегодня все. В следующий раз мы... Напоминаю, что следующий раз у нас будет в понедельник. В следующий раз, я думаю, что мы уже до конца разберемся с свободными абелевыми группами. Поймем структуру их подгрупп. Ну и, может быть, еще до классификации уже начнем добираться. Еще раз, если есть вопросы, задавайте на сегодня. Все.